Добро пожаловать в Ангар Романа. Это игра War Thunder. Давненько я не делал видео из этой игры, но сегодня есть повод. Совсем недавно я снимал видео из игры Crossout. Это игра, которая делается той же самой компанией Gaijin Entertainment, что и War Thunder. Так вот, из-за того, что проходит чемпионат мира по футболу, вот многие игры сейчас вводят такие режимы, как футбол. В Crossout я снимал этот футбол, стальной чемпионат, кажется, он назывался. Ну и пришло время War Thunder. Если я не ошибаюсь, с 5 по 9 июля в игре War Thunder появился новый режим, который называется танковый футбол. Ну, сейчас вы это увидите, что это такое. Вот он, танковый футбол. Осталось 2 дня, сегодня 7. Снимаю я 7 июля, ну, соответственно, 9 данный режим будет отменен. Аркадный бой. Здесь, значит, два вида. Танковый футбол в каждой команде по 3 игрока и танковый футбол в каждой команде по 4 игрока. Ну, давайте нажмем участвовать и посмотрим, как это выглядит. Как это реализовано в игре War Thunder. Танковый футбол. Для участия в футболе каждому игроку предоставляется вот такой вот легкий танк. Ну, несмотря на то, что здесь масса данного танка 15 тонн, ведет он себя, ребята, как машинка килограммов 500, не больше. Ну, вы это увидите в ходе боя. Футбольный матч состоит из 2 таймов, каждый тайм по 5 минут. Ну, соответственно, выигрывает та команда, которая забьет большее количество голов. Ну вот пока 0-0, видите, наверху 5 минут. Отсчет пошел. Ну, футбол. 4 игрока с нашей стороны и 4 игрока со стороны противника. Футбольное поле, мяч и 2 ворот. Ну вот, собственно, и все. Загнать нужно мячик в ворота соперника. Я вам скажу, что ну вот, у нас один игрок забил гол. Скажу, что в игре Crossout все-таки Gaijin Entertainment футбол реализовала гораздо лучше, нежели War Thunder. В War Thunder футбол сделан ну очень плохо, и играть, честно скажу, неинтересно. По крайней мере, мне играть неинтересно. Это вот третья игра. Играю только из-за того, чтобы снять видео. Танки летают, говорю, как даже не 500 килограмм, а килограмм 100. А написано 15 тонн. Характеристика танка. Ну, это нет. Танки здесь чрезвычайно легкие. Тут есть пушка у танка, но она не стреляет не снарядами, а просто танк подпрыгивает во время стрельбы. То есть вот если я стреляю, видите, вот он как бы просто подпрыгивает и все. Никаких снарядов тут нет. Crossout там хоть можно было мячик цеплять веревкой, можно было стрелять по нему. Здесь нет. Здесь этого ничего нет. И вообще скажу, что тут как бы все шаровое, все на шар. Особой тактики, стратегии тут не предвидится, потому что управляемость танков ужасная, физика этих танков тоже ужасная, полет мяча тоже непредсказуемый, как куда он полетит. Короче, если уж играть в футбол, то лучше это делать в Crossout, а не в War Thunder. В War Thunder это просто, ну... В общем, мой отзыв — это отзыв негативный. Сделано так себе. Так, 2-0. Ну, после каждого забитого мяча, не знаю, зачем вот сюда вот выкидывают. Нужно снова нажимать кнопку в бой. 2-0. Мы выигрываем. Видите, как летают тут танки такие? Жестяные коробки. На 15 тонн, ну никак он не тянет. Так, а это сейчас нам забьют, да? Давайте, давайте, отбивайте.
Видите, как танки летают? Куркаются тут по всякому. 15-тонная машина никогда так себя вести не будет. Даже 1-тонная машина тоже так себя вести не будет. Килограмм 500 не больше. Танки весят. Жестяные банки. Ну вот так вот и бегаем, ездим, вернее, за этими танками противника, за мячиком, ну, на шару. Лупим, кнопки нажимаем. Могли бы, конечно, сделать и получше. Здесь это просто ни о чем. Вот такой вот, ребята, футбол. У нас остается 1,5 минуты играть. Ну вот сейчас еще, наверное, один забьется гол. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть. Просто вот управляемость-то получше будет. Здесь, я говорю, танки, ну просто управляемость никакая. Им нужно здесь придать реально вес. Потому что, ну... 100-килограммовая консервная банка. Управляемость ужасная. Физика отвратная. Ну вот, собственно говоря, ребята, и весь тайм проходит в таком духе. Катаешься за этим мячиком. Наверное, поэтому и игроков-то тут не особо много. То есть иногда приходится ждать по несколько минут, чтобы найти игроков. Нажимаешь принять участие в танковом футболе, иногда минута, две, три, для того, чтобы набрать 8 игроков. Но никто не играет. Никто не играет в эту хрень. Вот я сейчас сыграю, сниму видео и больше сюда заходить не буду. Ужасно. Уж лучше бы тогда не делать. Чем абы как. 3, 2, 1, все, первый тайм закончен. Перерыв. Смена ворот. Вот такой вот, видите, танк. С весом, конечно, ошиблись. Не 15 тонн. 100 килограмм, не больше. Так, начинается второй тайм. И здесь по очереди каждому игроку дают возможность развести мяч. По-разному. Так. Ну опять куча мала сейчас, конечно. Есть, забил кто-то. Здесь очень трудно понять, куда мячик полетит, куда танк твой поедет. Физики нету. Все рандомно, все на шару. Видите, как танки летают. Вот эти выстрелы зачем-то тоже непонятно сделали. Для чего? Ну, танк подпрыгивает. Зачем это надо? Вот сейчас если удастся мне. Нет. Помешал противник. Зачем вот эти подпрыгивания сделали? Ну, если уж снарядом пушка не стреляет, так вообще тогда уберите возможность стрелять. Вот это вот для чего вот эта вот фигня? Чтобы, ну, подпрыгнул он, ускорился. Чёрт, зачем? Хрень какая-то. Вот если можно было стрелять, как кроссау, было бы интереснее. По мячу. Чем так. Просто кататься. Ну, видите, что происходит.
3:40 играть. Ну, здесь даже мне, честно говоря, ребята, и комментировать-то особо нечего. Вы помните, как интересно, с азартом я комментировал съемку футбола в кроссаут. С эмоциями совсем. А здесь тут совсем другая картина. Скучно, однообразно, неинтересно. Забьем хоть один мяч. Роман забил. Три минуты играть. Можно камеру поменять, вот так вот даже. Вот это вот для чего сделать прицел. Если пушка не стреляет снаряды, зачем? Вот такой вот прицел для чего? Кого я целю? Когда снаряда нет. Что противник-то забьет нам туда? Суетятся, толкаются. Танки заносят, как гоночные болиды. Подождать лучшего момента. Ну да и дай. Эти 5 минут уже поскорее бы закончились. Что-то мы все в одни ворота играем. 6-0 уже. Противник слабенький. 4-4. Полторы минуты. Видите, как танки подлетают. Как 15-тонная машина так подлетит когда-нибудь. Ну, ну. Забивай. Есть. 7-0. В одни ворота игра. Вот зачем каждый раз сюда и в бой нажимать? Ну, забил гол, дальше играть. Зачем выходить? Атакуйте точку А! Право! Мячик тоже такое ощущение, что он не футбольный, а... либо из папье-маше, либо из поролона сделан. Роман забил гол. Как Роман забил? Я даже до мячика не дотронулся. Как? Мне засчитали, ребята, мяч. Что за ерунда? Это же не я забил. Почему мне-то зачислили? Роман. Да, второй гол зачислили мне. Хотя я до мячика даже не дотронулся. Ух ты, навстречу. Ну вот, 30 секунд остается до окончания этого безумия.
происходит. Там. Матч окончен. 8-0. Благодарю вас. Два гола. Я забил. Ну вот такой вот футбол. Танковый футбол в игре War Thunder. Даже какую-то медальку дали. Так, и за участие в трех матчах, вот. Ну, по крайней мере, я три матча играл. Ну, два первых проиграл, и вот сейчас выиграл. Дали, вот, видимо, какой-то боевой трофей. Это, наверное, наклейка, огненный мяч, да? Что это такое? Да, это наклейка. То есть на танк можно будет такую наклеечку наклеить. Огненный мяч. Вот такой вот, ребята, танковый футбол в игре War Thunder. Ну, по моему мнению, провал данного мероприятия полный. Все, спасибо за внимание. С вами был танкист и пилот Роман. Увидимся. Видео по War Thunder обязательно будут. Я все еще продолжаю ждать появления кораблей. Закрытый бета-тест идет полным ходом. Так что, как только корабли появятся, будут новые видео из игры War Thunder. Все, спасибо за внимание и до новых встреч. Увидимся.